телефон даже резкость быстрее подстраивается, чем моего, который с собой ношу. В общем, биржевая торговля идет с понедельника по пятницу, то есть начинается уже воскресенье вечером, уже ночью открывается торговая сессия и пошло-поехало. Но просто есть моменты, когда, например, там в Тихоокеанской сессии валюта не сильно не сильные движения происходят вверх или вниз. Такое называется, то есть же рост, есть падение, да, и это называется flat. То есть, когда цена просто вот так вот ходит постоянно в одном каком-то промежутке, небольшом, скачет и все. Но скачет-то она постоянно, но не намного. Есть разные торговые системы, но как бы вам там ни говорили, все упирается всего лишь в человеческую жадность и страх. Страх потерять еще больше, страх потерять выигрыш, страх закрыть сильно рано позицию, то есть жадность получается. В принципе, вот страх – это ключевое слово.